Здравствуйте, с вами Александр, и сегодня я хочу вам рассказать о двух очень популярных, на мой взгляд, манежах. Это компанию мы сегодня с вами рассмотрим, 4Moms, это американская компания, модель называется Breeze. И тоже популярная компания Nuno, у нее есть тоже интересная модель манежа, называется Sena. Так что будем сегодня их сравнивать. Собственно, вот манежи, о которых я вам говорил, это 4Moms Breeze, это Nuno Sena. Немножечко о технических характеристиках вам сейчас сразу скажу. Что из себя представляет 4Moms Breeze? Он предназначен для детей с рождения до 3 лет, и вес ребенка ориентировочно не должен превышать там 15-17, приблизительно вот так, килограмм. Эти же характеристики можно отнести и к Nuno Sena. Здесь также с рождения и до 3 лет. У них разница в весе есть. 4Moms, он больше размером, и весит он 11 килограмм. Nuno Sena весит 9,7 килограммов. Кстати, у 4Moms Breeze на ножках есть колесики, которые помогут вам как-то перетащить и помогают также при складывании, я покажу. У Nuno Sena этого нет. Вот. Это что касается технических характеристик. Давайте теперь рассмотрим их по отдельности. И рассмотрим сначала модель 4Moms Breeze. Давайте сразу померяем его, чтобы вы понимали его размеры. Он больше, и размеры у него получается, чтобы... Я почему рулетку взял? Чтобы не как по характеристикам, заявленным производителем, а по факту, вот реальные размеры посмотрим. У него 1 м на 68 сантиметров. Это, в принципе, достаточно большой манеж получается. Больше уже, ну, бывает еще 1 м на 1 м, но это уже очень много места занимает. И что здесь мы имеем? Наверняка вам уже это видно через сетку прекрасно, что здесь в комплектацию входит, так скажем, два дна у манежа. Верхнее дно устанавливается, когда мы его используем как кроватку для новорожденного ребенка. Здесь в комплектацию входят два матрасика. Верхний он меньше размером, чем нижний. И поэтому, вот, судя по его размеру, в длину он получается 79, ну, практически 80 сантиметров. И здесь можно, в принципе, до полугода ребенка класть спать, это спокойно выдержит вес ребенка. Но учитывайте, нужно вовремя понять, что ребенка уже перекладывать вниз пора, потому что вот этот бортик, он не метровый, поэтому ребенок, когда уже начнет вставать, лучше перекладывать вниз, чтобы он не перекувыркнулся через манеж. Это будет очень опасно, имейте это в виду. Вот. Это что касается верхней части. Вот. Ее снимаем. Устанавливается это тоже все очень просто. Вот здесь специальные пластиковые направляющие, фиксаторы, которые держат за жесткий каркас верхний, так скажем, этаж манежа. Так, уберем в сторонку. Вот. И так, собственно, выглядит сам манеж. Второй матрасик. Вот, второй матрасик, он тоже входит в комплектацию. Вот, он, кстати,
имеет жесткое основание, ну, соответственно, он складывается, но по-другому никак не сделать. Можете, если не нравится, докупить вообще отдельный матрасик для кроватки и стелить его туда вниз. Вот. И когда ребенок подрастет, можно смело как бы укладывать его там. Вот. Но и как вот мне кажется, мое личное мнение, вот у Бриза за счет его размера его можно использовать еще и как такой игральный манеж, гибрид с кроватью, скажем так. Он больше для игрального будет подходить, потому что в нем больше места, больше игрушек поместится. Вот. Поэтому в этом плане здесь все отлично. И что мне лично понравилось, здесь везде сетка. И вот эти ножки основания, они не толстенные, и получается, вы даже где-то там сбоку чем-то занимаетесь, и через сетку прекрасно видите ребенка, и он видит вас. Вот это здорово. Так, и давайте я покажу вам сейчас, как он складывается. Кстати, насчет ткани, ткани здесь вообще великолепные, используются тактильно приятные. Вот. И легко поддающиеся чистке, уход за ними не нужен особый. Так, покажу, как складывается и раскладывается. Здесь снизу есть петелька, за которую мы просто тянем. Все, по сути, мы манеж сложили. Больше делать ничего не нужно. После чего берется матрасик. Вот он, видите, складывается. Вот таким он делается, соответственно, окутываем. Ну, до конца складывать не буду, но уже вам все понятно. Вот, в комплектацию входит сумка транспортировочная, взяли на плечо и пошли. 11 килограмм, в принципе, абсолютно нормально. Сейчас разложу его обратно, покажу заодно, как это делается. Вот, чтобы его разложить, я вам говорил, что снизу есть колесики. Берем просто рукой. Все. Элементарно. Кладем туда обратно матрасик. Все. Великолепно. Мне лично очень нравится. Так, теперь давайте посмотрим на манеж, ну, на сено. Колесиков здесь нет, поэтому в этом есть такой, знаете, своего рода минус. Также здесь есть, как и 4Moms Breeze, он двухэтажный. У 4Moms Breeze два матрасика, у Nuna Sena он один. В 4Moms Breeze верхний матрасик меньше, снизу больше. Но здесь тоже есть свой плюс. Ну, на сено у вас получается и для новорожденного ребенка, и для подросшего одинаково место. Потому что один и тот же матрасик используется. Матрасик большой тоже. И сейчас, если говорить о тканях, тактильно, ткани здесь такие очень приятные, бархатистые, такие интересные ткани используются. Поэтому с этим все в порядке. И также здесь новорожденного ребенка кладете, уже можно и не до полугода, а и больше. Но опять же, как я говорил, следите, как начинает вставать, лучше пересаживать его уже вниз. Вот, все, положили, все просто. Так, сейчас посмотрим с вами размеры. Реальные, не по книжке. 95 сантиметров в длину и 67 сантиметров в ширину. Получается сантиметр и 5 сантиметров в длину мы проигрываем. Вот. Так, и этот манеж, в отличие от 4Moms Breeze, можно складывать и раскладывать его вместе с верхним этажом. 4Moms Breeze нельзя, нужно снять обязательно. Здесь для этого есть специальное отверстие для рук, туда просовывается. Сейчас я вам покажу. Засовываем руку, также тянем за петельку и складываем. Вот здесь немножко больше телодвижений руками надо делать, потому что в Бризе все само дотягивается, а здесь нужно вот чуть-чуть поднапречься. Также берем и окутываем
матрасиком это все снаружи и кладем в чехол. Все очень просто. Разложить нужно, чтобы, если хотите разложить, просовываете руку и давите. Все, вот так это выглядит. Чтобы снять верхний этаж, здесь нужно немножечко больше телодвижений, потому что крепится он на ремешочках. Здесь кнопка, ремешочки, кнопка. Все так крепко, надежно, что сразу ее не снимешь. По тканям, кстати, у Бриза чуть-чуть приятнее, нежнее ткань. Здесь более грубая ткань используется в Нуно Сено. Так, все. Снимаем. Убираем в сторонку. И опускаем туда матрасик. Собственно, вот так это выглядит без верхнего этажа. В принципе, вполне нормально. Вот. По поводу обзорности манежей. Тут видите, какая ситуация. Здесь получается трубка, 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 трубка. Сбоку тоже эти вот как бы эти же трубки. Получается, что ну, чуть-чуть похуже обзор. Здесь больше площадь, больше пространства и обзорность у ребенка и с внутренней, и снаружи, чтобы вы видели ребенка. У Бриза получше. Вот. Что касается аксессуаров, к Бризу вы можете докупить наволочки для верхнего этажа, верхнего матрасика и для нижнего, а в Нуно Сено вы можете докупить пеленальный столик. Вот. И, в принципе, по поводу аксессуаров здесь все. И давайте подытожим, скажем так, вот мое короткое мнение вам скажу. Вот. Какие впечатления у меня от этих манежей? Манежи оба хорошие, но здесь не стоит забывать еще ценовую политику. Бриз – это премиум продукт, он стоит достаточно дорого, но он и сделан дорого. Нуно Сено, ну не в два раза, но ощутимо дешевле, поэтому их в лоб не совсем актуально сравнивать, но это одни из самых популярных манежей, поэтому мы их с вами и сравниваем. Вот. Какое именно мое мнение по поводу вот реальной жизни эксплуатации этих манежей? Мне кажется, чем больше манеж, тем лучше. Потому что, например, Нуно, он немножко тесноват. Если вы положите туда игрушки ребенку, сам ребенок, у него там не будет места разгуляться. Вот. И он больше подходит, как иногда можно использовать как манеж, но в большей степени как такая переездная кроватка. Насчет Formams Breeze, здесь такая универсальная вещь, он и хороший игровой манеж, и хорошая большая кроватка, поэтому здесь вот больше, конечно, вариантов использования у Formams Breeze. Вот, в принципе, тут выбирать, конечно, вам, тут и по деньгам нужно все рассчитывать. Ну, дешевле, Formams дороже. Вот, ну, здесь и разница в качестве тоже ощущается, в деталях, вот, в легкости эксплуатации, складывании, раскладывании. Это все тоже нужно не забывать. Это все тоже стоит денег. Поэтому выбирать вам. Вот. А я хочу, в свою очередь, в заключение поблагодарить магазин «Первая коляска» за то, что предоставили нам эти манежи для обзора. Вот. И если вам это видео было полезным и интересным, вот, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ну, а вам, собственно, удачи и всего доброго!